Всем здорово, народ! Вы на канале Бублик Channel, и сегодня мы с другом решили поиграть в игрушку под названием Watch This. Это так называемый что-то типа хоррора, я не знаю. Ну, короче, здесь мы в каком-то телешоу, вот. И мы должны, как я понял, пройти лабиринт. Так что было. Все, ты начал уже? Ну да, я уже в игре. Бомбожный. Первый лабиринт стоит, да? А? Первый лабиринт стоит. Ну да. Там убирать можно было. Угу. А только проблема в том, что тут нет мультиплеера, и Дауд как бы будет играть сам. Ну, то есть я сам, он сам, мы просто будем... О, рулетка какая-то. И мы просто будем вместе здесь. Так, ну я прошел какой-то первый уровень, как я понимаю. О! Какие-то бонусы. Монстры только человечные, да? Питаются. Да. У меня есть какой-то Прометеус. Прикольно. А чё, куда дальше? А. Так. Я куда-то пришел. Тут закрыто. Ты уже умирал здесь, Артём? Да вот. Понял. Я каких-то чуваков нашел. Они, короче, просто стоят и молятся. Их здесь двое, они реально поклоняются чему-то. Они поклоняются тому, что мне надо. Там ключ какой-то, и они ему поклоняются. И что мне с ними делать? Пацаны, я убил одного из них. У меня, короче, был какой-то шар, и я в него... Я пустил его. Я боюсь его. Нормально. Там какие-то бонусы я получил. Опа, хавка. Больше я не могу их получить. Ёпта, он за мной бежит! Он за мной бежит! Он за мной бежит! Да вот я боюсь! Да вот стой, да отведи, да не будет! Да что с этим ключом делать-то? Откройте! Куда бежать? Куда бежать? Я здесь был! А что мне с ключом делать? Тут как бы ничего больше и нету. Может, ключ сюда надо? А, сюда? Да, вот тут. О, открылось. Это они прям очень громкие. Мой шарик! А, и он пропадает постоянно. Прикольно. Они капец какие громкие, я знаешь, как перекакался здесь. Блин, тут реально лабиринт. То есть мы должны пройти лабиринт за две жизни, понял? Я уже запутался. Нет, я в принципе еще могу сориентировать. О, денежки. Денежки я люблю. О, я буду ходить по денежкам. Ого, фига. А как бонусы взять? Есть бонусы, которые нельзя взять. Почему? Странно. О, ля. Я могу что-то купить. У меня 3000 долларов, это как поле чудес. Ой, я куплю себе iPad. Если я выживу, я его заберу. А, я куплю... О, если я хочу... 500... Подождите. То есть стоит роллы с супчиком 500 долларов, а мотоцикл 2000 долларов. То есть... Что-то какая-то хня, по-моему. А, папе, маме, вайфу, сону и форел. Я просто дальше не знаю по-русскому. По-английски. Окей. Надо всем что-то купить, как я понял, да? Давайте батьку машину купим. А, тут плойка была. Пони Стейшн. Так, это что? И это купим. Им цветочки. Все, я потратил все свои деньги. Пошла вторая жизнь. И, как я понял, тут с каждым разом ты спавнишься в разных местах. Типа лабиринт же, чтобы было сложнее ориентироваться. А не, а я постоянно в других спавнюсь.
А, нет, стоп, я заспавнился в месте, в котором я умер. Я где-то недалеко здесь умер. Ну, не прям здесь я. В смысле, недалеко. Вот тут я... А, нет. Короче, я запутался. Что это было? Там какие-то страшные звуки. Что? Да вот. Что? Мне дали фонарик, тут темно, я в какую-то дверь зашел. И там какие-то удары страшные. Ёпта. Воп-воп-воп-воп. Я прошел дальше, у меня тут синий ключ, я его использовал. А я в какой-то дупе, Дауд. Не убить. Не боюсь. Ля. Так, ладно. Теперь я понял, что тут ничего а страшного. Ты получаешь бонусы? Получил? Ну, в прошлой игре да. В этой уже просрал. Ну, в этой еще не получил. Ну-ка. Сейчас посмотрю, какие у меня будут. Так. Мне кажется, залагал. А я какой-то лабиринт прохожу. Ох, ёпта. Кто-то ходит или мне послышалось? Хорошечно. Я вышел оттуда. Да вот тут какие-то рептилии ходят. Что у тебя? Рептилии какие-то. Я не знаю. Знаешь, что мне выпало? Да вот. Горилла, что которая вы? Хочет застрелиться, и какой-то шприц с баночкой. Бонусы. Твою мать. Хочешь прикол? Чего? Горилла, которая хочет застрелиться, это суицид. И я остался с одной жизнью. Mm-hmm. Четко, да? А как ты думаешь? Давай проверим, что такое вот этот шприц. Ёпта. Нет, да нет, ну только нет. Ну, знаешь, что случилось? Что же? О, все, оно отменилось. Короче, этот шприц. У тебя весь экран сереет, и все управление путается. Понял? Типа, у меня все управление, как смотреть, как ходить, все путается. Типа наркомания? Да. Блин. А где эта хрень? А, вон она. Давайте возьмем, ребят, эти бонусы. Какой-то телепорт. Артём, кажется, можно бургерами. Да вот, у меня какой-то телепорт появился и фантом. Что мне делать? Давай выберем телепорт. Я куда-то телепортировался. Прикольно. Ёпта, фига, куда я телепортировался? А это чё? Фантом. Фантом делает? Мне просто экран изменился. Оп. Монеточки. Монеточки, это круто. Кто-то ходит. Кто-то рычит. Ладно, ходит, но рычать-то зачем? Да вот! Я нашел этих рептилий! А вон там, по-моему, труп. Я нашел место, в котором меня убили. Ну, нормально. Ты мы это рептилия, дурак. Чувака. Надо еще какой-то код ввести, блин. Я... как громко! Ой, а что такое? Ты меня не можешь достать, что ли, да? Ути-пути-пути. Прикинь, меня достать не может. Что случилось, а? Достать не можешь, да? Ну, бывает. Смотри, я хоба.
Где он меня видит? Ой, он прям здесь. Дай бургером в лицо. А, они кушают эти бургеры, Дауд. Ой, я нашел рептилию. И пин-код какой-то. О, я... А я знаю... Я сдох. Меня убили третий раз. А, вот. На этом, я думаю, мы с вами закончим. Если вы захотите продолжение, то ставьте лайки и пишите комментарии. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока-пока.